Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор моностеората глицерина. Эмульгаторы бывают разного происхождения. Особо пользуются популярностью эмульгаторы растительного происхождения. Они более натуральные, и эмульсия стабильна в жаркую погоду и суровый мороз. Моностеорат глицерил именно такой эмульгатор, созданный из пальмитиновой и стеариновой кислоты. Белый порошок, полученный из этих растительных кислот, не раздражает кожу, не вызывает аллергии и, самое главное, не токсичен. Применяется во многих областях нашей промышленности. На сегодняшний день глицерин считается самой безопасной пищевой добавкой в мире. Широко применим этот эмульгатор в производстве косметики, ручной работы. Свойства применения глицерина таковы. Считается стабилизатором и консервантом, увеличивает срок хранения продуктов, создает стабильные эмульсии, уничтожает осадок из напитков и соков, обладает эффектом омоложения кожи, лица и тела, защищает ее от старения, сохраняет свежесть продуктов питания, предотвращает распад кристаллов клетки после заморозки. Добавляя моностеорат глицерина в тесто, оно не пригорит. В косметике является активным эмульгатором, создавая стабильные эмульсии без осадков и расслоений. Даже если косметический препарат положить в холодильник и затем в тепло, ничего не произойдет. Глицерин защищает структуру клеток вашего крема. Воскоподобный состав его делает вашу продукцию глянцевой. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!